Всем привет! Это Лига Смеха. Третий сезон. Мы на старте второго этапа игр, до которого добрались 12 команд из 14. Библейская сборная покинула нас после первой игры. Луганская сборная после второй. Первая грусть сезона появилась в глазах у Алексея Потапенко. Вторая у Елены Кравец. На этом этапе нас также покинут две команды. Сегодня первая игра второго этапа. Играет первая шестерка команд. Ни у одного из этих ребят нет диплома юмориста. Но это не мешает им относиться к нашему жанру профессионально. Вот о профессионалах мы и поговорим на этом этапе Лиги Смеха. А у меня в руках диплом юриста Криворожского экономического института. Да, ребят? Да. Я должен был быть юристом. Думаю, подобные профессиональные повороты знакомы многим из вас. Сегодня мы снимем шляпы перед всеми учебными заведениями страны, чьи выпускники по веселой иронии судьбы играют в Лиге Смеха. Первую игру мы посвятим таким профессиям, без которых трудно представить нашу жизнь. И каждый из играющих тандемов представит одну такую профессию. Вот эти парни радиофизики, город Киев, и Игорь Ласточкин, учителя. Николь Кидман, Суммы, и Антон Лирник, врачи. Чайка Кобрин и Алексей Потапенко, строители. Любимый город Харьков и Евгений Кошевой, шоферы. Загорецька Людмила Степанівна, Львів, и Юрий Горбунов, спортсмены. Отдыхаем вместе, Хмельницкий и Оля Полякова, бизнесмены. Играем полотно. Если команды не решат спор в основном конкурсе, будет батл. Володя, освобождая сцену, пора начинать. Да, конечно. Это, кстати, наш режиссер. Тоже отличная профессия. А оператор у нас какой профессионал? А гример? Вова. Да, понял. Всем привет, это Лига Смеха! Мы готовы к следующей игре. Потери пока минимальные, слава богу, но потери в нашей игре — это неизбежность. Как, собственно говоря, неизбежность и появление новых настоящих звезд в самом масштабном юмористическом шоу нашей страны, что там планеты. Ребята, как настроение? Отлично! Готовы? Да! Я даже не сомневался. Вперед! Лига звезд, Лига наций, Лига грез, Лига папарацци, Лига президента, Лига легалайз, еще и с NBA, и FBI, Лига чемпиона, и проигравший, Лига, где чужие, и где те наши, Лига знатоков, Лига, где все танцуют, Лига апперкота, Лига поцелуя. А я уже приехал. Ау! Это Лига Смеха. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер! Это Лига Смеха на канале 1 плюс 1. Здравствуйте, аплодисменты командам! Да, очередной этап Лиги Смеха. Знаете, сегодня все будет очень легко, все пройдет на раз, два, три. Все просто, раз, два, три. Первая игра, второй этап, третий чемпионат Украины по юмору на сцене. Шесть замечательных команд. Аплодисменты этой замечательной шестерке, которые сегодня сделают все, абсолютно все, чтобы к следующей игре прошло только пять команд. Сегодня играют, отдыхая вместе, город Хмельницкий, тренер Оля Полякова. Без кокошника, да и без рубашки, молодец, красавица. Так, идем дальше. Загорецька Людмила Степанівна, місто Львів, тренер Юрій Горбунов. А вот эти парни, радиофизики, город Киев, тренер Игорь Ласточкин. Тренер чемпион сидит посерединке. А, ребят, так, тут особенное внимание. Вот напротив меня
Сидит сейчас такой красивый Антон Лирник в бабочке, который стал сегодня отцом. Браво! Поздравляем! Поздравляем! У-ху-ху! Тренер Антон Лирник, команда из города Сумы, Николь Кидман. А, тут тоже отдельное отступление. Ну, во-первых, хочу представить замечательную команду. Любимый город харьковчане. Любимый город Харьков. И начнем с тренера, который сегодня будет выступать. Им полегче, у них два тренера, они сегодня в зале присутствуют. У нас сегодня вообще с медициной много всего связано. Выздоровел второй тренер. Давайте сначала старика представим. Сергей Анатольевич Чевоха. Сидите, Сергей Анатольевич, сидите. Помаши всем костыликами, помаши костылик. Сережа показал, что будет Жене, если он проиграет. А играющий тренер Евген Кошевий. Дальше. Чайка, Кобрин, Беларусь. Тренер Алексей Потапенко. Все тренеры сегодня судят играющие. Один тренер сегодня будет это делать, отдыхая, потому что она сегодня, так сказать, тренер-сирота. Это словосочетание впервые, по-моему, звучит для Елены Кровец, но оценивать команду она обязана. Елена Кровец! Ну, я, собственно говоря, по-моему, все команды представил. Слава Украине! Идите, готовьтесь! Аплодисменты! Тему для двух игр этого этапа мы выбрали следующую. Профессионалы. Говорят, что в мире около 50 тысяч профессий. Ну, все 50 тысяч мы вам, конечно, не продемонстрируем в течение двух часов. А вот о шести расскажем подробно, а главное смешно. У каждой команды будет своя профессия. Ну, начнем с профессии, которая, опять же, как-то уже связана с Сергеем Анатольевичем. Не потому, что сейчас его команда на сцене, а потому что профессия — это врачи. Встречайте, Николь Кидман, поехали! За время наших отношений Антон Лирник стал для нас как отец. Сейчас его нет, но карманные деньги он нам дает. Братан, а когда занимает сначала, а потом отдает? Это что, карманные деньги? Ну он же так это называет. Тогда молодец. Ну? То есть вам всем он отдал? Там всего двадцатка. И чипсы. С зеленью. Я по образованию филолог, но я ни дня не проработал филологом. Пришел в школу. Говорю, хочу с детьми работать. Они говорят, мы позвоним. Я сидел дома, не звонят, ни разу не позвонили. Какие-то ихние порядки мне не понравились. Я понял, не мое. Моя первая работа – оператор ЭВМ. Электрического вымолачивателя муки. Я мельник. Мелю чушь с тех пор. Они что, вы правда врачи? Да, по маме. А шутки написали? Нет. Есть пара мыслишек, записывай. Анатолий Кашпировский заряжает воду тоненькой зарядкой для ноги. Я даже слушать это не буду. Это победа! Конечно. Дай чипсы. Мама ругать будет, ну давай. Ребятки, вы слышали, как вам зрители аплодировали, потому что на прошлой игре у вас очень было яркое выступление. Как к этой подготовились? Ты, честно говоря, молодец. Всех зрителей собрал, а говорить мне опять даешь слово. Антоху, кстати, ты поздравил? Слышишь, у тебя вот помимо квартала Лиги смеха, что еще есть? А что тебе не хватает в жизни? Денег. Да ты на всю страну сейчас сказал про деньги. Я не скрываю, мне нужны деньги. Кого будете благодарить? Мы благодарим самый родной, самый любимый Сумский государственный университет, а также лучшего мэра Украины и нашего города, конечно, Александра Лысенко и его первого заместителя Владимира Войтенко. Спасибо! Его как-то вы особенно прям... Ну-ну. И еще кого? Ну, понятно, да, кто папиков искал? Ладно. И большое спасибо Марине Лирник за то, что рожала не во время репетиций. Спасибо! Удачи, ребят! Врачи,
новые врачи. И сейчас лучше зазвучим, ведь теперь клирника у нас. Вылечим каждого из вас. Йоп! Клиника наша смехом лечит, каждый в больнице увековечен. Клятву Гиппократу каждый давал, что-то бурчали, никто здесь не знал. Клиника, клирника, где кто смеется, кто с грустью не сдается. Клиника смеха, лекарство для души, хочешь лечиться? Сиди и ржи! В нашей больнице все врачи, русские, украинцы и армяне. Мы надели белые кедики, чтоб тренер вышел, сказал: ну чё, привет, медики! Ну чё, привет, медики! Ты кому медики сказал, а? Сам ты медик, понял? Нет, ты понял? Он в дуэте 10 лет с мужиком играет, а мы медики. Ты же взрослый человек, тебя по телевизору показывают. Выходишь, позоришь нас. На всю нашу страну. Ридну неньку. Медиками нас называешь? Нехай Бог милує. Что так, ты спокойно, вечно говоришь? Пожалуйста, спокойнее, ну все нормально. Тема медицина, правильно? Медицина, ну что, ну он хирург, это стоматолог, вы там, допустим, педиатры. Ты за базар вообще в ответе, нет? Ты понимаешь, что это по телевизору пока дети маленькие смотрят? Это не на телефон видео, алло! Тебе слово элегантность о чем-нибудь говорит? Толерантность, братан. Merci, monsieur. Bon appétit. Успокойтесь. Привет, Киев! Ну, Антон, теперь ты главврач клиники, в которой может произойти все, что угодно. А, то есть я главный, да? Значит, ты, нахальный, в подвал идешь, будешь отвечать за МРТ. МРХ, да. МРТ. МРХ. Так, давай по словам. Магнитно. Магнитно. Резонансная. Ага. Томография. Хорошо. Магнитно, хорошо, да. Я так и сказал, МРХ, что он пристал? Как можно с ними работать вообще? Что это за клиника вообще? Есть у вас тут нормальная, инновационная, есть? Да, мы создали сыворотку правды. О, молодец, урод, все. Ты уже попробовал? Не-не, это я от себя лично, это ты урод, а вы все его друзья, понятно? Антон, мог бы быть и повежливее, у нас вообще-то классная клиника. Какая клиника? Это чушь какая-то, одни костюмы и все. У вас нет ни одного препарата. Есть, я медикамент. Кто ты? Медикамент. То есть ты еще раз повторил, да? Молодец вообще. Красавец, брат. Спасибо. Ай, что случилось? Я начал превращаться в такого же, как он. Ай, слушай, щетина растет на спине. Ай, слушай, твоей маме зад не нужен. Антон, остановись. Я не могу, у меня в крови аджика. А у нас лаваш. Успокойтесь. Антон, что? Ты же взрослый человек, популярный комик. А я говорю, что он комик. Это тебе за медика, понял? Комик. Ты не комик. Так. Ты не так. Комик. Не в комик. Том. Комик, 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 комик. 20 лет в Украине выступал, юморист был. Без виз открыли, комиком стал. Ну вас черт, ребята! Давай, давай, иди свой латте пей, комик. У нас больница, в которой может произойти все, что угодно, поэтому... Играем в квача! Ты квач! Ты квач! Ты квач! Ты... Сейчас, осторожно. Ага. Я квач, я. Братан, наконец-то мы не квачи. Будьмо! Эй! Будьмо! Эй! Будьмо, будьмо, будьмо! Эй, 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 девушка, чё сидим скучаем, а? Успокойтесь! Чё вы всё время под украинцев косите?
Братан, мы так от новой полиции скрываемся просто. Они уже надоели со своим этим молодой человек, машина не должна царапать асфальт. Во-первых, она не глубоко. Ну что это вообще? А во-вторых, если у меня ее украдут, как я потом найду ее без следа ласточку? Ласточка — это потому, что капот в небо смотрит. Дура. Давайте, все, Артем, объявляй про больницу. Наверное, у каждого такое было. Отец уходит из семьи. 5 лет прошло, никак отойти не может. Мать тоже имеет право на счастье, эгоист. Давайте, все, забыли. Представьте мир, в котором нет медицины, в школе. Не знаю, что я делаю, но мне очень нравится. На улице. Человеку плохо, помогите! О, аппендицит уже не болит. Ну вот, вот так нужно шутить, а то мы не пройдем дальше. А сделай, как всегда, когда не проходишь. Животик втянул и бочком, бочком. Юра, бочком. О, началось. Друзья, не обращайте внимания, просто Юра, он 2 года работал вот этим надувным человечком на заправке. Сейчас как не дернешь, все, пошло-поехало. Давай, Юра, все, успокойся. У меня от этого твоего уже голова болит. Держи аскорбинку, тварь. Спасибо, овца. Артем, скотина, объявляй. Всем знакомая ситуация, драка с отчимом. Да что ж ты не отойдешь никак? Давайте опять, забыли, просто случай в аптеке. Случай в аптеке. Дайте, пожалуйста, цитрамон. Хватит мне указывать, сукин сын! Ты мне даже не отец! Ну... Такое же могло быть в аптеке, правильно? Чё? В поликлинике. Сейчас сделаем тебе укольчик. Ты чего? Это совсем не больно. Как комарик укусил. Я сейчас за лекарствами. Малой, ничего личного, это работа. А чё ты, трусишься, да? Первый раз, да? Я помню свой первый раз, да, помню. Я думал, вену дадут, да, а досталась ягодица главного бухгалтера киевского маргаринового завода Нины Ивановны Штольц. Я потом месяц в изоляторе с пузом лежал вообще. Мама, мама. Мама, мама, это она тебя сюда и привела. Ну что, да, вторая положительная моя любимая, что... Свет, 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 ой, ура, свет. А ты хитрец, малой. Давай мне свои лейкоциты! Давай лейкоциты! Ай! Женщина, опять вы! Да перестань! Да брось! Блин, ты, она что-то заигралась! Нормально. Да хватит! Да перестань! Ну, елки! Да. Да ну, успокойся! Успокойся! Ай! Ай! Антон! Антон, что с тобой? Черт по башке! Что с тобой? Вы кто? Блин, ему, походу, память отбила. Антон, что последнее ты помнишь? Последнее? Так, Кировоград, крытый рынок, я стою, продаю аудиокассеты, значит, это Larry Winn, новые, лучшие, Aquavita, The Best, Алла Кудлай, Любовь, что... Короче, все понятно, он потерял 20 лет своей жизни. Подождите, стойте, а что я здесь делаю? Какой сейчас год? 2017, играешь в миниатюре. 2017? Я до сих пор играю в миниатюрах! Что с моей жизнью вообще? Черт, подождите. Нет, стоп. Я должен был стать великим человеком! Как Вова Зельвова! Как Влад Ряшин! Как Дивеев Церковный! Как Ларри Вин! Ребята, мы теряем
Возьмем его, давайте послушаем. Это все, что нужно мне. Ничего не понимаю. Да, я послушаю. Еще раз по-новому все повторю. Между нами тает лед. Нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы вдвоем. Между нами тает лед. Ну? Что с ним? Он отравился грибами. У меня есть лекарство, я сейчас принесу. Альберт, ну он же наш тренер. Ну сделай что-нибудь. Очень красиво. Я хип-хап очень киллер. Красиво. А теперь с тренером. Ну я же не врач. Блин, ну мы все не врачи. Может быть в зале есть настоящий врач? Так себе медицина. Ну давайте, не знаю, нового тренера выберем теперь. Антону уже не помочь. Давайте возьмем Горбунова. Вообще-то у него свои команды есть. Ну ничего, подстроимся. Впізнали? Горбунович Горбунян. То ми ці яких? Хачапурі. Поняли такий прикол? Такий прикол? Хачапурі. Хачапурі. Ну то сложний для вас прикол, я поняв. Костин. Те, що ти кажеш, текст «Шампур» — це, звісно, смішно. Це мощно. Рвань. Там хлопці з твоєї команди вже плачуть. Але те, що там немає м'яса, то це твій профтик. До речі, такий прикол новий. Взяли до команди Ашота. Він вміє виносити мангал. Роздувати вогонь та заносити. Такий ото прикол. Добре, Святослав, нервничай, все нормально. Публіка наша. Так, стоп. Куда? Я живой, все нормально, вы чего? Какой новый тренер? Так, давайте, снимайте свитера. Быстро, давай. Не, братан, быстро не получится. Чего? Если я быстро сниму, меня током убьет. Поняла, типа, волосся. Да успокойтесь. Ну і в кінці. Ми всі різні і розмовляємо різними мовами. І неважливо, якою мовою ти розмовляєш. Неважно, на якому язикі ти говориш. Тарбіріцюнчка, іншлезове з хосом. Братан. Важливо лише те, що ми всі одне одного розуміємо. Майже всі. Ніколь Кідман і Антон Лірнік. Любіть маму, мойте руки милом. Спасибо. Он вызвал все-таки этот врач, да? Николь Кидман и тренер Антон Лирник. Уважаемый член жюри, 30 секунд, ваши оценки. 1 балл, Леша, 2, Женя. Елена, 3, Оля, 4, Игорь Ласточкин, 5. 5, максимум 6 давай, баллов, 5 давай. Баллов. 5 баллов. Тебя твои просят, 6! 6 баллов, первое выступление, сразу же максимальный балл. Мы поздравляем Николь Кидман! И с еще одним праздником поздравляем Антона Лирника. Браво! Будем считать это нашему подарок. Неплохо, ребят, неплохо. Спасибо вам большое. Ребят, прекрасно. 6, 7, 7 с нами стоял. 5, 6. 8 родился. Многие мечтают о следующей профессии, это правда, потому что хорошо поработав, можно хорошо отдохнуть. Речь пойдет о бизнесменах.
Поэтому сейчас будем отдыхать вместе с бизнесменами. А так как я сказал, отдыхаем вместе с бизнесменами, несложно догадаться, что на сцене Хмельницкий. Отдыхаем вместе. Тренер Оля Полякова. Внимание на экран. А про Олю Полякову расскажет Дима. С Олей Поляковой дуже круто, весело и дуже легко. Я, если честно, чувствую себя подкаблучником. Оля только пришла, сразу взяла нас в ежовые рукавицы. Прям матриархат. Это просто в тебе в жизни так само. А я юрист, та знаю уже все. Оля Полякова дуже классно. Да. Вот такая. Самая первая профессия, вы не поверите, дирижер. Как я себе представляла себя на вот этих каблуках 20-сантиметровых, кстати, с этой барабулиной на голове. Я ж просто не помещаюсь в оркестровую яму. Но тем не менее, да, я дирижер. Хмельницкий дуже богатий город. Ну, правда, он у нас даже у Вадима с колес быстрее розвивається, чем бизнес в Хмельницьку. Ну... Так, ребята, я хочу в Хмельницком открыть точку по продаже кокошников. А, хорошо, а в тебе есть специальная сумка? Це, выбирай любую, Луи Вутон, Шанель, РБ. Ты не поняла. Вот, тримай, теперь ты бизнесменка. Ну, в смысле бизнесвумен? Не, Оль, в Хмельницком ты бизнесменка. Скажи, будь ласка, ну як там в Хмельницькому вообще бізнес? Як там у вас бізнес? Як там бізнес у вас? Який бізнес? Такий бізнес. А в тебе, Вова, як? В мене є? В Хмельницькому ніяк поки не працює мій бізнес Хмельницький. Ми можемо допомогти, між прочим. Та я бачу по вам, що ви мені поможете, да. Кого будемо благодарити, хлопці? Скоріш страхуй свій урожай, погоди гарної бажай, грошей на спектру не жалій, скоріш отримай бонус свій. Як перед Дед Морозом. Да. Торгівельна марка «Спектрум», англійська якість для українських полів. Спасибо! Да! Вперед, хлопці! Давай, давай. Щоб довести всім, що в Хмельницькому живуть круті бізнесмени, ми прямо за час нашого виступу заробимо 1 000 000 гривень. І зробимо ми це на фінансовій біржі. Найвідоміша фінансова біржа знаходиться в Нью-Йорку на Уолл-стріт, а найневідоміша в Хмельницьку на Чорноволл-стріт. Три, чотири, стоп! Шаурму всі заказали? Так. Все, обід закінчений, переходимо, продаємо акції. Так, напоминаю, акція заводу житомирських носків продаються по парам. 4 пари, єсть, так. Сироплавлений завод «Маруся». Маруся, раз, два, три. Чорнява дівчина, всі акції продано, єсть, так, хорошо. Так, следующий завод Хмельницька облмас, вас, газ, дас, бас, газ. Ай, короче, завтра, нема цих акцій, завтра вивчу, продамо. О, Оля! Привет, ребята! Привет! Привет, Оля! Привет. Что делаете? Та ми, короче, зарабатываем наш перший миллион, продаючи акции хмельницьких предприятий. Та ви що? А що, Хмельницький такой прибыльный и перспективный бизнес? Не, ну, сказать, что дуже прибыльный, то... Скажи. Не буду. Не, ну на самом деле в Хмельницку можно заработать деньги, открывши свое дело. Но для этого надо стартовый пистолет. В смысле, стартовый капитал? Не, Оль, в Хмельницку лучше пистолет. Да не, ребята, бизнес для вас это юмор. Тем более, что такое 1 000 000 гривен? Это всего лишь 20 раз выиграть на «Рассмешите комика». Тем более и комики тут, и ведущий здесь, а? Оля, ты думаешь, это так просто? Ты хоть раз там была? А что для тебя треба? Ну, для начала давай ты хотя бы порепетируешь на симуляторе «Рассмеши комика». Хорошо. Здрасте. Здрасте. Ну, мы вас знаем. А мы вас как? Скажите, вот это правда, то, что написано в анкете? Работаю с нунчаками, вяжу спицами, паяю кастрюли. Все нормально. Это для нее нормальное состояние. Ну, я готова начинать. Итак, девушка с большой-большой попой... Оля, почекай. Ласточки не привык так дивиться на участников. Давай вот так вот. За 10 секунд заработать 1 000 гривен с ракой. Ласточкин, вроде взрослый человек, а? Ну я готова продолжать, дайте мне вторую минуту. Родители Оли Поляковой уже 10 лет не видели ее темечко. Капец, Оль! Ты нам поломала симулятор вообще. Ах так, я еще научу вас деньги зарабатывать. Так, да. Ну что, 5 000 мы уже заработали? Ну да. Давай теперь зарабатывай, ты знаешь... Тим, що Хмельницький лучше всього вміє. На базар! На базар! Давай!
кожен продавець Хмельницького базара знає точно, що залог його бізнесу заключається в індивідуальному підході до кожного клієнта. Мужчина, ну вам, ну прям, ну дуже отвратительно. Ви як лох. Така я. Це не кожа, це дермантин. Он уже палець вилаз даже. Пфу, боже, де але ж ваше... І син мій в житті в такому не буде ходити. Він що, ідіот чи що по-вашому? Ну я, навірно, просто... Походи, тут через два ряда такі самі кожені, ще й дешевші. Знаєте, ви самий чесний продавець в мірі. А. Я куплю вас ці капці. Купляй, вони 100 гривень стоять, я продаю за 700. Ну, тобі отдам за 500, типа ти сторгувався. Ну давайте другий. Ні, я на склад за другим не піду. Бери один, все, і ходи так. О, свічка! Спасибо, що за прилавком подивилась. Да, пожалуйста. Чай, кофе, чай, кофе, чай, кофе. Чай, кофе. Сделай мені американо. Американо, да-да-да. Да. Водичка з порошком, на. Щоб ти здохла! Вирвалося. Щоб ти здохла! Оце спеціально. Куда поліз? Отлично, Андрюха! Бізнес продвигається ще плюс 500. Нормально, нормально. Вже нормально. Ребята, у меня есть идея. Я знаю, как заработать миллион гривен. Нужно поменять 37 тысяч долларов. Нас нема 37 тысяч долларов. Ну тогда план Б. Что за план Б? У вас что, нету даже плана Б? Да вы вообще не подготовились. Ладно, мамка что-то придумает. На великому бізнесі люди зарабатують мільйони, а на малому бізнесі живе економіка країни. Хмельницькому на дороги. Почом? 150. Ніфіга себе, картошка 150. Картошка 20. А, спасибо. Так, де хазяйка? Ща подойдет. Скільки можна ждати? Добрий день! Чо ти психуєш? Ніфіга собі, бабушка з палочкою на гіроскутері. Ніфіга собі, мужик з айфоном на Жигулях. Бабушка, як ви взагалі на ньому їздите? Це ж кожен день треба цей акумулятор заряджати. Ти що? Бабушки субсидія. Бабушка на газу. Бабушка крутиться як може. Останови бабушку. Ольга Нікітовна, гляньте точку, я на минутку отойду. Хорошо, Анжела Васильівна. Ти чого прийшов? А, я знаю, ти хочеш купити бабушці картошку? Синіглазка дуже вкусна, дуже вкусна. А грибочок, попробуй бабушці. Попробуй грибочок, бабушці, попробуй, вкусний. Вкусний, вкусний. Ну, я, ну, не за цим. Чого? Я з налогової. Так. У вас тут незаконна точка торговлі. Все, ми вас закриваємо. От постановлення суда. А ну дай подивлюсь суда. Не дам, це секретний документ. Спасибо. Ти де була? Так это, вечір уже, я світоотражателі надела. Правильно? Ти ж теж это, як його, учасниця дорожнього движения. Ти куди зараз прийшла? А ну пішла вон отсюда, проститутка! Що я вам зробила? Ти нормально, ти стій! А ти пішла вон отсюда! Задовбали ці рейдери, постійно приходять, хочуть віджати територію. Що ти з тими документами? Що ти хочеш? Бабушка, платіть штраф. Нема в бабушки денег. Бабушки взагалі клієнтів сьогодні не було. Прямо отак, отак в неї на Пасху. І що тепер робити? Що тепер робити?
А, забирай цю штуковину, вона 5000 гривень стоїть, ще й на газу, бери. Да? Конечно. Ну, давайте, хорошо. Оля Никитовна, а що ви так легко його віддали? Ви ж на нього стільки літ копили. Чого легко віддали? Він ж грибочки їв. А. Зараз в нього ноги відкажуть, бабушка його і дожене. А ну йди сюди, падлюка, ти такий! Капець, цим номером взагалі нічого не заработали. Да, звісно, прогорів наш бізнес. Та-та. Так, ребята, я вам говорила, що цей ваш хмельницький бізнес – то це фігня. Давайте будемо зарабатывать тем, чим я люблю і умію. Ха, давай. Наконец-то, давай! Так, ти що? Давайте по старій схемі. А це точно сработає? На концертах же работає. Ну что, олимпийский, поднимите ваши руки! Это октябрьский! Таня, она разбирается в ваших месяцах. Поехали, ручки! Давайте готовьте манеки! Будьте щедрее, шопотапчик! Бедняжка, давай ж гроши! Повстречала я тебя. Бабу, давай, давай быстрее. О, мой хороший, быстрее. Как жила я, не любя. Давайте, а теперь от счастья плачу. Хотите потолкать картошник Поляковой? 1000 гривен, пожалуйста. Ну, 200 можешь просто потрогать девушку рядом. Ну, моя, не смогу ни спать, ни есть. Ну что, готовы? Давай, давай, баблишка. Что давай? Каждому снимать кокошник можно поломать. И не банкир, ты для меня кто? За караоке с Поляковой 3000 гривен, пожалуйста, раскошеливайся. Ты для меня кто? Кто, у кого нету денег, запоминайте номер моей карточки. 3270483856853211. Кто здесь целя? Я номер один. Как? Молодец. Знаете, а? Так, ну что мы там заработали? А ну-ка глянем. А, я ж казав, цим твоим завиванням нормально нічого не заработаєш. Завиванням? Зараз я. Шльоп, 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 шльоп. Поняли, як людям треба шлепки впарювати? Так тут... Що там, у нас практично вийшло, ребят, ще чуть-чуть осталось. Є в кошельку з деньги осталось вообще? А нет. Все. Все. О, чего не сделаешь ради любимой команды? Оля, а хто це був? Хто, хто? Продюсер в пальто. Привикайте, шоу-бізнес. З вами була Оля Полякова. І отдыхаем вместе, і продюсер. Отдыхаем вместе. Хмельницкий і Оля Полякова в вашій області. Оценки уважаемые жюри. Елена Гравец, 1 балл.
Евгенко Живый, 2 балла. 2 балла, думаем. Думаем, мужчины, думаем, недолго. Юрий Гормонов, 3 балла. 30 секунд заканчивается, господа. 3 балла. Антон Лирник сегодня щедрый. 4 балла. Игорь Ласточкин, 5 баллов. 5. Лёша, 5. Зеркала побьет тебя дома все. 5 баллов, ваш аплодисмент. Это ты просто завидуешь, и ты не можешь так выйти, как я. Мне не идет купальник твой, я бы уже пробовал. А ты не пробовал еще пока? Пробовал. Оля, тебе отдельные аплодисменты. Ребята, спасибо. Молодцы. 5 баллов. До встречи. Оля Полякова. Перейдем к профессии учителя. Естественно, эта тема досталась тренеру Игорю Ласточкину и его команде из города Киев. Вот эти парни радиофизики. Тренер Игорь Ласточкин, но мы его давно знаем. Просто раньше у нас было одностороннее общение. Мы просто в телевизор орали. А сейчас он нам даже отвечает. А вообще он очень странный человек. Мы его когда спросили, что такое атомное ядро, он сказал, это то, что стреляет из атомной пушки. Подождите, а что с ядром не так? Это Саша, он заочник. В институте учился на химико-технолога. Моя специальность была химическая технология топлива углеродных восстановителей. Когда у меня была полугодовая практика, я приехал на завод на коксохимический, подошел к коксовой батарее где-то метров на 30. Из этого пекла донесся голос: «Лучше иди в шоу-бизнес». Так, парни, наша тема – учителя. Что делать будем? Ну вот у нас Антон географом стал. Начнем изучать Шотландию. Потом слетаем в Армению. Ну и закрепим все родным Черниговым. Я ж тебе говорил, с Чернигова начинать. Ребят, откуда торт? Что за праздник? У нашей любимой IT-компании Loon.ua сегодня праздник. Они открыли свои проекты в 33 странах мира. С этим мы их и поздравляем. Володя, задуйте свеч. Да? Так, ну что, вы закончили? Loon.ua, с праздником! Ребята, вперед! Удачи! Вот эти парни! Ну чё, крутая у нас музыка на выходе? А главное, что после её не скажи, всё пафосно звучит. Зарплата учителя 3200! Здорово, радиофизики, вот эти парни. Тема учителя, поэтому учиться, учиться, еще раз учиться. Вова, это Ленин? Совершенно верно. Ленин — это Вова. Так вот, тема учителя подходит нам идеально, потому что недавно мы устроились работать в школу. Все, кроме нашего Сашкина, у нас наркоманом стал. Неправда, я не наркоман. У меня просто кость прикольная. Андрей у нас химиком стал. Пацаны, я в лабораторных условиях из воды вино сделал. Лучше б ты абсент сделал. Рево, Кинсбридж, Тассол, абсент! На, держи, только бутылку больше не труси. Разъезд. А Вова у нас теперь учитель английского. Он даже в Америку слетал. Вова, это правда? Yes. О, ты там английский подучил? It is.
Как будет на английском школа? School. Как будет на английском школьник? Schoolboy. А как будет на английском крыжовник? Крыжовник. Нифига ты там не учил. Yes. Тупо пил все время. It is. Ел там что-нибудь? Крыжовник. Че ты вообще вернулся? Ты вообще-то мне 50 гривен должен. Ну на. А? Не зря я из Америки за полтосом. Твою мать! Между прочим, наш тренер тоже устроился работать учителем. Правда, в школу для проблемных подростков. Да! Да ничего страшного. Короче, мы просто говорим, что берем деньги на шторы, а потом решетки на окна ставим и все. Да. Ладно. Позже перезвоню, давай. Неудобно говорить. Все, давай. А. Представляете, дети, приклеили мне этот телефон к стулу, блин. Ну ничего, 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 ничего. Скоро им всем манту сделают. Все. Чтоб не болели. Чтоб водометов боялись. Не, вообще мне нравится быть учителем. Потому что заткнулись там, я сказал! Вот поэтому. Че, значит, записываем. Число, нормальная работа. Так, вроде ж классная работа. Мне нравится твой настрой, оптимист. Пиши, классная работа, молодец. Так, Галерка, что вы там ржете? А? Всем расскажите нам, пусть все посмеются, ну. Кто ржал? А? Я вас сейчас по журналу вычислю. Абрамов? Нет! Абулиев? Нет! Афанасьев? Нет! Нет, так долго будет вообще. Блин, опять из Райано звонят. А я вот всю жизнь хотел узнать, как расшифровывается Райано? Значит, запоминайте. Районо. Районное. Районное. Сейчас я у него спрошу. Сейчас. Алло, Сергей Николаевич, здравствуйте. Да, скажите, а как вы расшифровываетесь? Ну, районное, да, мы знаем. Так. Ага. Нифига. Серьезно? Хорошо, ладно, да, спасибо. Спасибо, да, все. Короче, они тоже не знают. Игорь Сергеевич, оу. Слышали новость? Верховная Рада собирается легализировать проституцию. Теперь час любви будет стоить 50 гривен. Ну и кто тут теперь лох? Он, ну. Где Таня? Таня там на уроке физики с детьми вечный двигатель изобретает. Уже изобрели! Парни, помогите, пожалуйста. Фух. Ну, эти дети дают. Видел бы мой их отец, он бы их поубивал. Радиофизик знакомится с отцом своей девушки. На каком месяце? На восьмом. Сколько встречаетесь? Месяц. Значит так, чтоб до свадьбы ни-ни.
справимся. Любишь ее? Уважаю. Как познакомились? Неожиданно. Ты ради моей Тани на все готов? На все. И даже человека убить? Пусть только уснет. Чего? Я так понял, ты предложение еще не делал? Нет. Делай. А еще недавно мы ездили на конференцию радиофизиков-юмористов «Титановый провод 2017». А, вы не поняли? Смотрите, титан — это такой металл, который не проводит ток. А, короче, что им объяснять? Давай лучше покажем, как мы туда ездили. Здорово, радиофизики, вот эти парни. Здорово, пограничник, майор. Вы у нас раньше уже бывали? Вот, там печать. Это флюорография. Ну, там же печать есть. Ладно, что у вас в ведре? А, так это бутылка пластиковая, фольга, пепел... Мусор. Цель вашего визита в Беларусь. Мы приехали на конференцию радиофизиков-юмористов «Титановый провод 2017». Но титан не проводит ток. А-а-а! Короче, мы поняли, что работать учителями не вариант, потому что все бабло у репетиторов. А все бабло плюс 10 тысяч гривен. У репетиторов детей-мажоров, то есть у нас. Знакомьтесь, это Игорь, 10-летний мажор. У него 2 по физике и 3 года условно. Занимайтесь, репетиторы. Игорек, смотри, сейчас мы познакомим тебя с миром занимательной физики. Миром, где законы реально работают. Ты чего? Ничего, он сел просто. Парень, давай ты нас послушаешь, а мы расскажем тебе... Давайте я вас буду слушать тогда, когда вы придумаете планшет, который не надо заряжать. А пока я буду вас внимательно рассматривать. Это что? Это коньяк 5-летней выдержки. Будешь? Нет, я ничего младше себя не пью. Слушай, а ты в мажорной школе учишься, а да? А расскажи вот... Что вы там делаете вообще? Интересно же, ну. Да, расскажу. Все мы там делаем. Я недавно даже учительнице истории грудь сделал. Зачем? 2 исправлял. А на уроках музыки вы, наверное, в клубы катаетесь? Нет, на уроках музыки я устраиваю versus battle. В этот раз устроил versus battle с физиком. Йо-йо-йо, мамай, давай, нахуй. Шуму. В проводах у нас есть ток, там частиц большой поток. Пальцем трогать ток нельзя, а то будет ай-яй-яй-яй-яй. Воу-воу-воу-воу, круто, малой. Что круто, это физик мне наваливает. А я ему в ответ, можно коротко сказать, ток бьет, больно, твою мать. Раунд! Слышь, что ты бросаешься? Это же радиомикрофон, он мог сломаться. Ну ты же радиофизик, ты же можешь его починить. И вообще, почините мне быстро планшет, вы скучные какие-то, быстрее! Его пора успокоить. Чем, вот этой пукалкой, что ли? Ты меня не успокой... Нифига себе, это что такое?
Нифига себе! Слушай, мы его этим не успокоим надолго. Так они со снотворным. И сколько он так будет лежать? 4 часа. А сколько у нас час стоит? 1000 гривен. Обожаю свою работу. Парни, помогите, пожалуйста. Почему так жесток Антон? Начал. Оставляет на сердце следы. Пока в общаге я ем батон, с другой под пледом греешься ты. Это его жена, она родила. Но забыла тебя уже. Мое сердце покинул ты, потому что встретила я мужчину своей мечты. Да он не водит меня в места, где ступенек больше, чем 3. В нашу честь Потап назвал свой тур «Золотые киты». Никогда не боюсь я, что на свидание он не придет. Знаю, если не сможет сам, кошевого взамен пришлет. Таня. Наша тема учителя. Зарплаты надо поднять им давно. Если деньги не выделять, так и будет у нас районо. У меня тоже есть мечта. Хочу в жизни хотя б разок. И пусть скоро мне 32. Позвонить первый звонок. А закончим радиофизической пословицей. Человек человеку волк, а физик физику — это стыдно. Вот эти парни выступали от души. Спасибо. А вот эти парни радиофизики, и вот этот парень Игорь Ласточкин. Уважаемый член жюри, максимум 6 баллов. Время пошло. Елена Гравец. Не нервничай, сегодня нет команды. Так, Алексей Потапенко, 2 балла. Женя, 3. Антон, 4. Юрий Горбунов, 5 баллов. 5 баллов. 5 баллов. Оля, что ты думаешь? Оля, время идет. 5 баллов. Реакция людей. Реакция людей. 6 баллов. Я вас поздравляю, ребята. Вы в следующем этапе. Вот эти парни радиофизики и Николь Кидман. Можно уже смело поздравить две команды. Они перешли в следующий тур. Спасибо вам большое. То, что мы хотели показать зрителю в этот раз, мы это показали. Зритель это оценил, это самое главное. И то, что хотели получить от зрителя, лучший человек в истории людей. Да. Оленька, что ты сомневалась, да? Своим хотела отправить в батл. Я знаю почему. Слушай, я догадался. Да. Оля, ты просто, скажи правду. Просто Оля из всех членов жюри знает, что Титан проводит ток, понимаешь?
И поэтому она поняла, что ребята просто наврали нам со сцены, и она хотела их наказать. Ты знаешь, Антон, а вот ты, я, мне кажется, сейчас несправедлив, потому что она, ты понимаешь, она думает, переживает за свою команду. И в последний момент она все-таки встала. Сейчас ты сказал вот шутку, а Оля до сих пор сидит серьезная, сейчас будет плакать. Все хорошо. Все хорошо. Сильные команды не плакать. Ну подожди, ты же не блонда, перестань. Могли бы встать хотя бы за вытье. Так мы за него и встали. Все, мы продолжаем. А следующая профессия из ближнего зарубежья будет представлять команда эту профессию. Профессия одна из немногих представленных сегодня, которая очень созидательная. Профессия строители и прораб. Значит, Потап будет представлять вместе с белорусами из города Кобрин. Чайка. Не знаю, как они, как строители, но выстраивают отношения с Потапом неплохие. Встречайте. Кобрин, Чайка. Наш тренер Потап, он очень энергичный, эмоциональный. Мотивирующий. Мотивирующий, но есть один нюанс. Поет он грязновато. Я бы, конечно, научил, но если природа не дала... Подожди, Миша, здесь нельзя говорить такую правду. Мы бы тогда сказали, что увиделись с ним впервые за день до игры. Ага, или как он вчера в бане начал. Я проходил практику как учитель физкультуры в школе. Мы, немножко перегуляв чуть-чуть перед сдачей экзаменов, решили прийти под утро в школу, ну, как бы не заезжая домой. Вот, и прямо на лавочке я, меня класс и застал. Первый класс, который вышел на урок физкультуры, очень долго меня будил. Я был со свистком, лежал на лавочке. Классика жанра. Ребята, а вы вообще в этой игре кто? Ну, строители. Строители? Ладно, молдаванин, белорус. Хорошо, ладно, строители, тогда я ваш прораб. Прораб и Настя. Понял? Понял уровень? Ну, такое. Строители. Одна из самых сильных команд перед вами. Ребята, кого будем благодарить? Что это? Это привычка, мы просто перед работой всегда в трубку дуем. Может, вы поблагодарить кого-то? Да, давайте я. Итак, мы благодарим лидера поставок стройматериалов в лице Николая и Дмитрия Канина, компания «Аквилон», интернет-магазин «Raid.ua», за несколько минут найдете то, о чем мечтали, Минский часовой завод «Луч» и Господа Бога за то, что дал такие золотые руки. Работаем. Я не отвечаю за юмор. Удачи, ребята. Поехали. Бригада «Чайка» предоставляет следующие услуги. Демонтаж любых конструкций. Натяжные потолки. Восстановление наклонных комнат после батла в Деришлие. Смотрите! И это у них швы! Пол вот так вот ходит! Добрый вечер, строительная бригада «Чайка». Знакомьтесь, Сергеич, Дмитрич, Эдуардыч, Степаныч и наш прораб Потапыч. Кстати, где он? О, песок подвезли! Очень смешно. Христос воскрес! Воистину воскрес! Я вижу все тут! А где этот ваш этот? А, Миш! Ну что ты не носишь мой подарок? Ну красиво же! И удобно, и безопасно. Издевайся над парнем. Вообще, как мы с ним вот работаем вообще? Я не понял, у тебя какие-то проблемы? Послушай сюда, еще раз ты что-нибудь скажешь, я тебя просто порешу. Опа, какая тёлочка пошла, я бы ай. Блин, только думал, нормальная жизнь началась. Встань на место, ты! Слышь, ты вообще где работал до нас? Во второй бригаде. А, во второй бригаде! Ты что, знаешь кого-то из наших? Не, из ваших я не знаю никого. О! О! А ну идите сюда! О! О! Вот! Вот! Вот как штукатурку надо класть! Все! Да! Я вообще!
Я вообще чувствую себя как на стройке. Почему? Потому что он кран от строителей. Обязательно должен быть какой-то малой. Мальчик, ты что сидишь без каски? А ну вот одень, как дядя. А, не каска, извините. Пойду Каменских замучу. В смысле? В смысле, щебень закажу. Так, Сергей, что за главное? Стройка часто держала в страхе. Мы ходили под плитами гордо. Жили только ради халтуры. Это нас задолбало по горло. Не теряли ни капли, ни грамма. Что пролили, то наверстали. Скоро новая в жизни программа. С мужиками мы так порешали. Рассвет, еще до него далеко. Прораба нет, и значит нам будет легко. Цемент на стройке неровно лежит. Мужики, багажник открыт! И поперла. Чек! Ну что, Сергей, ты за главного давай объявляй. Там, короче, Петрович как... Он как в... Как прих... Как заеб... Короче, Эдуардыч, объяви, что-то у меня не получается. На стройке! Что, Сергеич? Как жизнь, как семья? Да нормально! Что сын твой? Да в пятый класс уже пошел! О, здоровяк! Что, Сергеич, перекурим? Давай! А сейчас покажем, как Степаныч со своей дочкой гуляет. Пап, а почему солнышко светит? Почему земля круглая? А сколько стоит вино? 50 гривен. А почему птички летают? А сейчас вспоминаем, у всех было, когда ударился, и тебе одновременно и больно, и смешно. Степаныч, что ты ржешь, ты с окна выпал? Ну так себе он жизнь продлевает. Как известно, самый популярный фильм про стройку, операции «И» и другие приключения Шурика. И мы представляем вам свой вариант. Мужики, может, не надо? Надо, Лешенька, надо. Ну, давайте по-хорошему, мужики. А ты не бойся, это не больно, словно монатик укусит. Мужики, ну вы же сами себе плохо делаете. Вы сейчас набьете мне, я буду потом на каждой команде вставать. Да ты и так на всех встаешь, ничего не изменится. Мужики, давайте я вас в клипе с вами сниму. Ты посмотри на него, он им еще и угрожает. Мама. Ой, мужики, а можно я вдарю? Миша. Ты комсомолец? Нет, но в нашей организации тоже много молодежи. Ай! Бабушка, что вы меня бьете? Да я бью! Вербабье! Вот что вы сидите, жюри, ржете? Помогли бы лучше! Конечно! Вот прямо сейчас и помогут! Дорогая Оля, сегодня уникальная возможность. Не-не, только не Полякова! Я вот что, я вот принял, хватит вам быть стройбанами. Будьте у меня стройбэнд, а ну выпустите меня отсюда, я спродюсирую. Че, я раньше так не вышел?
Представьте себе, новый проект Потапа. Время и стекло вата. Всем тем, кто ушел из школы после 9 класса и понял, что сделал правильный выбор, посвящается. Это стройка. Бригада number one. Эдуардыч, Сергеич, Степаныч, Костян. Это стройка. Бригада number one. Давайте разнесем лигу смеха. Хлам. Перфоратор, саморезы, лобзик, флекс, пила. Болгарка, наждачка, электрофреза. Пассатижи, плоскогубцы, дюбеля, стамеска. Если понял, о чем речь. На стройке твое место. На работе нам кайфово. Очень круто и лайтово. Короче, сложно словами передать. Сергеич, попробуй внятно рассказать. Я Эдуардович, продолжай. А я на стройке время полезно провожу. Много интересных лайфхаков нахожу. Смотрите, как я себе пальцы звезданул. Девчонки, вот это маникюр. Воу, Мы мастера, без нас никуда. Мы строим дороги, возводим города. Чтоб в ваших глазах не терять уважение, заявляем. К Шулявскому мосту не имеем никакого отношения. Вот вы сидите тут в своих креслах удобных, смеете Зеленского и ему подобных. Однако правду сказать необходимо. Мы строили квартал еще до того, как это стало мейнстримом. Это стройка. Уникальный загар. Это стройка. Здесь горбит я взрывал. Это стройка. Ты ее слышишь? Это стройка. Теперь реклама на ближе. Это стройка. Вы вообще видели, что там кран упал? Ладно, вообще круто, круто, ребята, круто. Молодцы, Настя, решили, что вы теперь поедете с нами. Что, будем перед вами на разогреве выступать? Не будете перед нами сцену собирать? Да ладно, я пошутил. Никуда мы вас не возьмем. Чайка, Кобрин. И прораб. Потап. Прораб. Спасибо. Беларусь. Класс. Молодцы. Красавцы. Чайка, Кобрин, Беларусь. Тренер Леша Потапенко. Время вошло. 1 балл Евгений Кожмой. Лирник, 2 балла Антон. 2 балла Игорь, Лена, 4 балла Юра. Юра, не договаривайтесь. Ребята хорошо выступали. 5 баллов. Оля, мы вам дачу построим. 5 баллов. 5 баллов. Оля, 5 баллов. Встань, пожалуйста. Люди, заплюють. Люди, Беларусь, заплюють. Мінска у тебе на гастролях більше нема. Все. Спасибо. 5 балов, ребята. Молодці! Ну що, буде батл? Ми готові. Переходим к следующему выступлению. Даже не переходим, а едем дальше. Профессия у нас шоферы. Профессию эту представляет любимый город Харьков. И тренерский состав Евгений Кошевой и Сергей Сивоха. Ваши аплодисменты. Внимание на экран. Сивоха – тренер мечта. Красивый, харизматичный, актеристый, поющий, танцующий. Супер! Дима, а тебе не сказали? Сергей Анатольевич с нами не сможет выступить. Димочка, ну не плачь, не переживай, с нами будет тренер. Правда? Да, Женя Кошевой. Это был первый курс или второй курс театрального вуза. Мы проходили практику в Луганском музыкально-драматическом театре. Был спектакль, очень серьезный спектакль. Я был из тех, кто стоял на самом заднем плане и пока без слов. Это был мой первый спектакль, был мой первый опыт в театре. Здравствуйте, я Сергей Анатольевич. Присаживайтесь. Спасибо. Как будем стричь? Давай под машинку. Давайте. Здрасте, а вы не подскажете, как проехать к магазину сантехники? Мне раковину купить.
Езжайте в сторону ушей, не ошибетесь. Осторожнее, там возле мочки менты стоят. Спасибо. Я вот сейчас посмотрел этот профайл, я его не видел. Ребят, я должен сказать, какие же вы дураки. Жеку вы нашли, это четко, он подходит вам абсолютно. Кого будете благодарить, ребят? Мы говорим спасибо и выражаем огромную благодарность за помощь, поддержку и за пожертвование нашей команде. Самое лучшее издательство «Ранок». И его генеральному директору, самому щедрому человеку в мире, Виктору Круглову. Спасибо, «Ранок», за помощь нам и за самые прекрасные и яркие детские книги. А также мы благодарим за помощь самого юного заместителя мэра нашего города Лобоченко Константина. И в конце хотим передать привет Андрею Петровичу Чевулину от Николая Григорьевича Толмачева. Спасибо вам огромное. Пешеходы все кретины, поворот бы хоть включил. Мы шоферы! Ты шо слепая? Перед вами шоферы любимого города. Здорово! Приветствую вас! Короче, как вы поняли, на пути в 1/8 мы потеряли большой и ценный груз. Но потом так решили, косьми ляжем, а сивоху вернем. А, ребят, можете кости не выбрасывать после игры, хорошо? Собака, ты вообще тут к чему? Вообще-то у каждого уважающего себя водителя на торпеде должна быть собачка. Серьезно? Да. О, кого я вижу? Дальнобойщик. I am. Я так понимаю, после длительного рейса. Да. И привез контрабас. Нет. А что? Дмитрий, ну какой вы невежа, это же виолончель. А в чем прикол? Ну, завез ее как контрабас. Пацаны, можно как-то посерьезнее? Сейчас же главный придет. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Слуга слуги народа. Ай, дураки. Припаркуй. Добро пожаловать, господин Кошевоха. При чем тут Кошевоха? Ты вообще знаешь, что я такой? Я герой «Форсажа» Вин Дизель, понял? О, сейчас начнется дизель-шоу. Че ты сказал сейчас? Я говорю, ты на газу или на бензине? Не, я на дизеле. А как же 95-й? В 95-й дорого, дизель подешевле будет. Ну, да. Да. Так, ладно, пройдемся по списку. Водитель Мазерати. Я? На все воля Божья. Водитель рейндж-ровера. Я? На все воля Божья. Водитель Таври. Я! Избави нас от лукавого. Батюшки, я смотрю, у вас Пасха на носу, да? Что вы стоите? Присыпку вытрите, головой киваете. Извиняюсь, опоздал. Да вы постоянно опаздываете, водитель скорой. Пускай опаздывает, он мне работу подкидывает. Я спрашиваю, вы почему опаздываете? Почему? Машинке старенькой моей уже 16 лет, но навигатора дорог как не было, так нет. И если вызвали меня, я прилечу в течение дня. Вот! Супер! Теперь сразу стало все понятно прям. Я не понял, а что в ряду водителей делает футболист? Вообще-то я вратарь-водила. Кто? Помоги мне.
Встали на место оба. Так вы не понимаете, нам надо пройти дальше. Можешь проехать, мы же шоферы. Слышь, я тебя просил, не перебивай воу, меня. Воу. Ай, забыл я в кабриолете. Все, мне это надоело, я ухожу домой. Оставь мяч, мы потом занесем. Маш, завезем, мы же шоферы. Так хватит издеваться надо мной. Женечка, да бог с ними. И можно у вас на секундочку? Да. Давно мечтал это сделать. Что? Ну, праздника ради. Христос воскрес. Воистину воскрес. Вы что, вообще что ли? Я пришел вам помочь, вы издеваетесь надо мной. Что ты рычишь, собака? Он меня укусил. Боже, как же теперь хочется показывать номера. Случай на дороге. Алло, це Олег Ляшко. Мені тут взад в'їхали. Чо ви смієтесь? Ви ж поліція. Я не шучу. Я серйозно. Женя, перестань заражать нас кварталом, понимаешь? Почему мы так себя ведем? Потому что ты не наш тренер. У нас есть свой. Да? И где же он? Я что-то его не вижу. Всем привет. С вами прозрачный Сивоха. А Сергей Анатольевич, это ты? Нет, Сергей Анатольевич, это вы. Так что обращайся ко мне правильно. Сивоха! Ну ладно. И в чем же секрет чемпионства, Сергей Анатольевич? Подойди к моему креслу. Иду. Подошел. Засунь руку между подушкой и подлокотником. О, тут печенье! Не смей его жрать, просто перепрячь. Супер! Дальше что? Теперь подойди к креслу Ласточкина. Подошел. Засунь руку между Ласточкиным и креслом. И что, там тоже печенье? Нет, под Ласточкиным птичье молоко. Так же... Очень смешно, дальше! Ладно, подойди к креслу Поляковой. Подошел. И что, тут печенье или птичье молоко? Там булочки. Какие булочки? Шикарные булочки. Сивоха. Короче, какой тренер, такая и команда. Ну, вас... Ух ты, ёб... Блин, Жене неплохо. Ты же имеешь отношение к медицине. Помоги. Можно быстрее? Бегу. У Жени не боли, у собачки заболи. У Жени не боли, у собачки заболи. Хватит! У Жени не боли. Да хватит, я сказал! Неадекватные в натуре какие-то. Ну вот! Все, классно отыграл, вставай. Я говорю, он ушел, собачка, вставай. Собачка. Мама, какой хороший щенок. Да, хороший. Неси ведро. Марина, что за запах в подъезде? Игорь, я не могу, когда собака смотрит. Папа, смотри, собачка рану зализывает. Сына, не смотри туда. Вся жизнь перед глазами пролетела. Вставай. Ладно, пацаны, давайте продолжать. Кстати, а где наш главный водитель? Мальчики, а у меня проблема. Что случилось? Я права получила. Теперь это общая проблема. О, без выходных придется работать. Да подождите. Какие выходные? У меня же, небось, машины даже нет. Вообще-то у меня есть машина, мне подарили. Кто тебе подарил? Горилов Сергей Николаевич, директор УААА «Зооленд». Господи, как ты вообще права получила? Ой, это было несложно. Итак, здравствуйте, девушка, начнем экзамен. Что нужно сделать для того, чтобы завести машину? Ну, сначала нужно завести богатого мужчину. Не поясничать. Заводить.
Что, сломала уже, да? Ой, не переживайте, я сейчас выйду и сделаю так, что все мужчины, проезжающие мимо, остановятся нам помочь. Достаточно. Яна, это что сейчас было? Ты можешь нормально играть, ты играешь как дерево. Фух, терпел, терпел. Остань на месте. Все, давай, иди в правую кулису. А? В правую! Пацаны, я вас прошу, хотя бы вы можете выйти и показать что-то вменяемое? Вышли! Бомжи узнали, что Украине дали безвизовый режим. Ну шо, пошли! Да мне впадло. А мне тоже! Пацаны, какие бомжи? Вы понимаете, что нам нужно что-то актуальное, что-то молодежное? Здесь кто-то сказал молодежное? Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Это экзибит и украинская версия программы «Точка на прокачку». И вот наш первый счастливчик. Ну что, чувак, ты готов посмотреть, как мы прокачали твою? Я готов! Смотри сюда! Я не верю! Смотри сюда! Я не верю! Это иконки! Но я не верю! Смотри, вместо лобового стекла мы сделали тебе плазменный телевизор, на котором круглосуточно показывают «Властелин колец». Но я не буду видеть дороги. Это Украина, чувак, здесь никто никогда не видел дороги. Стой. А почему руль тут? У нас же правостороннее движение. Внимание на заднее сиденье. Там мы установили кресло для ребенка. Уже с ребенком. Стой. А почему зеркала заднего вида сзади? Вот видите, нормально показали шоферов, а вы дрифтовали. Ну, что там с вашим большим ценным грузом-то? Жень, спасибо большое. Мы надеемся, к следующей игре Сергей Анатольевич подтянется. При всем уважении, братан, он не подтягивается. Я тебе серьезно говорю, к следующей игре подскочит. Не тешь себя надеждой, братан. Да не, ну пройдем в следующий этап, прибежит, как миленький. Тебя прям не остановить вообще. Любимый город, Евгений Кошевой и Сергей Сивоха. Нас не остановить! Киркопчане, Евгений Кошевой, Сергей Анатольевич Сивоха и вы, уважаемые члены жюри. Держите для судеб, 30 секунд, время пошло. А, пожалуйста, так, Алексей Потапенко, 1 балл. Пожалуйста, кому понравилось. Кому? Что вы совещаете все время? Кому понравилось, давайте. Юрий Горбунов, 2 балла. 2 балла. Елена Кравец, 3 балла. Оля Полякова, 4. 4 балла. Время идет. Антон, Игорь, Антон. 4 балла. 4, Антон, Игорь, Антон. Антон, 5 баллов. 5 баллов. 5 баллов. Все. Ребята, поздравляю вас. Спасибо. Хороший спасибо. Результат. Все, отлично, все хорошо. Проехали, ребята. Проехали. Ребят, мы продолжаем. А сейчас, я думаю, следующей команде понадобятся ваши отдельные аплодисменты, потому что это завершающее полотно на сегодня. Представлено профессии, которые бывают и профессионалы, и любители, потому что это спортсмены. Заврецька Людмила Степаневна, мистер Львив, тренер, коуч и вдохновитель Юрий Горбунов. Внимание на экран. Наш тренер нам не подобається, бо постійно, кожен день приходить зранку,
хату нашу, стучить. Каже, підйом всі, давайте робити, давайте цей вот. Там, То не наш тренер, то Дмитро. Я знаю, просто я йому боюсь сказати, то потім передаш йому. А наш тренер нормальний тип. Після школи я не поступив в пединститут, і мама плакала 2 дні, і тато відправив мене на стройку. Я цілий рік працював на стройці. Мозолі від лопати у мене до сих пір лишилися на руках. І коли через рік я поступив в театральний інститут, з гордістю прийшов на стройку для того, щоб мені підписали обхідний лист. Бригадір, він заїкався, він так бере цю бумажку і дивиться на неї. Думаю, він зараз каже, молодець, Юра, ти крутий, він так, дебіл. Я так не поняв. Ти зараз скільки заробляєш? Що 160 рублів? Я 160 рублів заробляв. Раз на робочій настройці. Через 5 років ти будеш заробляти 220, а ще через 5 років станеш бригадіром і будеш заробляти, як я, 350, а в театрі будеш мати 100 рублів. І так і було. Чуєте, Гарбунович, Гарбунов, скажіть, футбол. Футбол. Знімай штани і буде гол. А можете ще сказати плавання? Плавання. Вообще, спортом увлекаетесь? Трошки. Трошки, да? А яким видом? Біцепсом. Форма класна. Дякую. Де взяв? То секрет. Понятно. Ну, будеш кого-то благодарити или секрет? Можна вас попросити? Да. Так і не навчився читати ти. Ми, видиш? А ми дякуємо компанії. Да. Ми дякуємо з тобою. А компанії StarLife. StarLife – найкращий страховий посередник в Україні. Як ви це робите, я не знаю. Удачі. Давай. Поняли, що навіть басяк може здивувати принцесу. Буде хтось півашку зарапити? Ні, просто ми забули викласти, що ніхто не буде, всі спортсмени. Прямо в тему нашої гри. Красави, зустрінемось на турніках! Впізнали нас? Що, бродяги? Добре, так. Та-та-та-та-та-та-та. Ми збірна України по кёрлінгу. Ні, в натурі збірна України по кёрлінгу. Без приколів. Будь ласка, трьохкратні чемпіони світу. Давай запишемося на кёрлінг, будемо мега популярні. Та он на нас дівчата дивляться. Може, тому що ми стоїмо на сцені? Опачик! Які люди в Голлівуді! Чуєш, це є Дмитро. А ти яким спортом займаєшся? Як? Зараз цей прикол, тільки що він придумав. Знаєте, яким він спортом займається? Літербол!
Вася, мощнейший прикол и не зайшов. Добре, дивіться, дивіться. Є футбол. Є баскетбол. А то, типа, я ж казав, що моща. Чуєш це? Дмитро. А подумай, там ще якісь такі прикольчики, добре? Давай. Сьогодні, коротше, мені такий сон снився, що просто жесть. Коротше, сниться, що ми виступаємо тут на Лігі сміху, але щось виступаємо за Ніколь Кідман. Я типа, так повністю сна не пам'ятаю, але я щось пам'ятаю, що в сні мені дуже хотілося тоновану дев'ятку. Ти там щось, якийсь хачапурі їв, Дмитро з мангалом бігав. Коротше, якийсь чуш снилась така во. Ну що ми, бродяги? Пізнали мене? Ну добре. Добре. А так, ей, ви придурки, що ви нічого не робите. Давайте, скільки можна. Та-та-та. Це я, цей, Гарбунович Гарбунов. Увага. Прикол з тренером. Добрий день. Добрий день. Чуєте, Гарбунович Гарбунов, а ви спортсмен? Спортсмен. А скільки на грудь берете? 200! Чуєш? Дмитро, тут ще один літербаліст намалювався. То тільки що добив там. Коротше, тільки що така рвань була від Дмитра з тим літерболом. Чуєш, Святослав, а ну... Давай ще ту свою кричалку тут зараз. Ну, спортивну ж ти придумав. Давай, бабахни. Ми приїхали зі Львова. Все в нас буде дуже кльово. Що ти дивишся? Я не знаю. Давай. Гарбунович, не переіграйте. Це є... Що, як вам гра? Мощніша, та? Давай, Святослав, будь ласка. Ми приїхали зі Львова. Все в нас буде дуже кльово. Все, то вже кінець був. Це такий був розогрівчик. А тепер ми починаємо! Дуже смішний випадок на чемпіонаті світу з бадмінтону. Пацани! Ну, та й таке. Анекдот. На чемпіонаті, такий спортивний анекдот. На чемпіонаті світу по плаванню переміг плавлений сирок. Ну, короче, блін, кого я обманю? Капець. Володя, ми закінчили. Можете їх виганяти. Я серйозно. У мене є вінницький, нормальна команда. Володя, ми закінчили, виходь! Мені 46 років, я фігньою займаюся. Ще рано.
далі. Цей, після провального чемпіонату світу з бадмінтону в Україні... Провально? Провально? Ох, Вася. Та ладно, ладно, Горбунович, Горбунович, ми ж прикалуємося, ти ж знаєш, ти наша бусинка. Я один раз попросив показати прикол зі мною. Один раз, це важко? Та він нам просто не подобається. Чому він вам не подобається? Бо він не заготовлений. То буде нечесно по відношенню до інших команд. Вася, всі команди готуються! Що, імені панки? Імені панки, в них голос записаний, придурок! Чуєте, Гарбунович, Гарбунов, то у вас велюр? При чому тут велюр? Бо ми, походу, зустріли злого Юру серед самих лучших Юр! Послухайте, пацани, ну дивіться, ну я ж пішов вам на зустріч, дивіться, я вдягнув цей дурашний светр. Дурашний ведучий. Я цілу гру, як Святослав, розмахую ручками, намагаюсь постійно бути таким самим придурком, як і ви. Ну чому ви не можете один раз піти на зустріч мені, а? Ти хочеш подарувати мені стіл? Чуєш, Дмитро, ти вам ще придумав якісь прикольчики? Які? Пацани, що з вами не так? Горбунович, Горбунов, подивись на нас. Подивись. З нами все добре. Глянь. Просто ти зустрів нас в дуже дивний період нашого життя. Загорецкая Людмила Степановна, Мисто Львив, Игорь Милович Горбунов, Евгений Кашва, 1 балл, Алексей Потапенко, 2 балла. 2 балла, ребята, Антон Лирник, 3 балла. 3 балла, Игорь Ласточкин, 4. Елена Гравец, 5 баллов. Полякова! Сидит, не сдается. 5 баллов. Полякова! Спрятан. Оленька. Все нормально, Оленька, ничего не бойся. Ничего не бойся, сядь в кресло. Полякова, встань! Оленька. 5 баллов! Ваши аплодисменты! Львив! Молодцы! Хлопцы, молодцы! Давайте поаплодируем всем командам. Под ваши аплодисменты на сцену приглашаем эту замечательную шестерку первой игры второго этапа третьего чемпионата Украины по юмору! Дорогие друзья, у нас музыкальный батл. Ваши аплодисменты. На сцене наш близкий друг, самый главный пиано-бой Украины, Дмитрий Шуров. Браво! Итак, у нас будет музыкальный батл. Ну а пока я хочу огласить вот такие, в общем, промежуточный результат. Николь Кидман уже в следующей игре. Поздравляем! И вот эти парни радиофизики, город Киев, тоже уже прошли все эти игры. 4 команды у нас играют в батле.
Ребят, смотрите, Дмитрий Шуров исполняет отрывок из одной из своих замечательных песен. Готово. Вот, типа того, да. Ну, только разборчивее что-то. Ребят, вы в это время думаете, и потом вы сами можете попросить, у нас, пожалуйста, у нас свободная игра, можете попросить Диму повторить две строчки, четыре, как удобно, хорошо? И желательно смешно это закончить музыкально, ну и создать Дмитрию Шурову еще одну веселую нетленку. Готовы? Прошу вас. А ты мог бы сейчас сказать что-нибудь о любви? Ты же знаешь, что это такое. Я тебя люблю, Дим. Давай, поехали. Всем очаровательным украинским девочкам посвящается эта потрясающая песня. Берегите своих девочек. Кто девочек, кто... Как пойдет. Любите их, они дарят вам жизнь. Браво. Спасибо. Не надо хлопать, думайте ответы. А, уже есть? Сейчас. Якби я міг врятувати світ. Вы что, уже готовы, что ли? Готовы? Сколько строчек поймёт? Это успех. Встаньте на место. Окей. Только сначала. Всем девочкам посвящается. Кохання. Тепер я знаю це кохання. Oh, no. Ты моя первая и останняя. Аллилуйя! Это ответ ваш? Нет. Во-первых, я веду. Сколько строчек, хлопцы? Две давайте. Поехали. Дімчик. Дві приспіви чи дві куплети, вибачте? Куплету, як куплету. Вам завгодно. Я теж не дуже добре чую. Добре. Якби я міг врятувати світ, ім'ям назвав би твоїм. Прошу. І тут вони з цією рекламою. Пропихать, куди можуть. Спасибо большое. Какой-то варіант, пока ніхто не поет. Первую строчку. Пожалуйста, Хмельницкий, отвечай. Давай, и. Якби я міг врятувати світ. В таком халаті це робить тільки псих. Ну ладно, ладно, ладно. Ну вот, Димчик, все нормально. Ребята, есть вариант? Сколько строчек повторяем? Давайте первую, да и все. Первую строчку, прошу. Якби я міг врятувати світ. Зробив би так, щоб потав співати не зміг. Ну вот, понимаете? Муа! Это за то, что ты их тренировал. Идем дальше. Я від тебе вкриваюсь родинками. Це тому, що ти моє сонце. Ти моє сонце, і нам ніколи не бути самотніми. Це тому, що ти моє сонце, ти моє сонце. Ви готові? Пожалуйста, повторяйте. Неплохо. Я від тебе вкриваю цим халатом. Це тому, що ти моє сонце. Ти моє сонце. Ні, ти розумієш, що так буває? Anybody else? Слава Богу, що жена сказала одіть халат, а то б я не знаю, о чому вони шутили. Це правда, тебе виручили. Єсть? Докуда? Подождіть, скажіть, скільки треба строчок? Ми все одно узнаємо, зачем ви підговорюєте всі. Співай. Дімчик, пожалуйста. Співай, співай. Я від тебе вкриваюсь родинками. Давай, чувак. Це тому, що ти моє сонце. І ти мене грієш, а не ЖКХ. Окей. Нормально. Соціальний ответ. Так, уважаемые члены жюри, мы сейчас должны отобрать быстро одну команду, которая на этом этапе уже лучше всех отвечала. Пожалуйста, за своих нельзя.
За своих нельзя. Леша, кому отдаешь бал? Хмельницкий. Хмельницкий, Женя. Отдыхаем вместе. Отдыхаем вместе. Отдыхаем вместе. Отдыхаем вместе. Совершенно, совершенно верно. Отдыхаем вместе. Отдыхаем вместе. Оля, мы тебя не спрашиваем. Отдыхаем вместе. В следующем этапе мы поздравляем. А, парни, у нас еще Чайка, любимый город из Огурецка дальше участвует. Следующая песня, Дим, пожалуйста. Давай что-нибудь громко. Давай. Давай. Дадим. Джаз. Потому что ты ведьма, 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 видимо, ведьма, 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 видимо, 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 ведьма, ведьма, видимо, ведьма, видимо, ведьма, потому что ты. Вот все. Вы готовы, ребята? Сначала я скажу, а вы потом поете. Хорошо? Окей, пожалуйста. Знаете, почему Гонтарева в отставку подала? Потому что ты ведьма, 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 видимо, ведьма, 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 видимо, 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 ведьма, ведьма, видимо, ведьма. Окей, окей. Есть вариант? Да, да, супер, есть. Поехали. Можно? Пісня людини з дуже великим словарним запасом. Потому що ти ведьма, 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 ведьма. Ребят, с этой песней мы закончили. Тогда еще одна песня и отправляем вторую команду. Да, пожалуйста. Мне кажется, пора пошалить, потому что... Пошалить надо? Да, да, конечно. В общем... Не грустим, веселая. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Да, да. Сколько заново? Okay. Сколько? Я. Поехали, поехали. Иди, иди, работай, работай. Я люблю свою страну. Это я люблю свою страну. Нормально, нормально. Окей. Так, поехали. Да, моя, мой пупсик. Да. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Спасибо. Пожалуйста. Да, еще вариант. Сколько строчек поем? Одну. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Не трогайте меня. Давай Давай. Давай помиримся с тобой, ведь я же белорус, и я не лезу в драку. Окей. Мир, дружба, жвачка. Белоруссия rules the world. Уважаемые члены жюри. І ще одну команду треба вибрати. Чайка хай йде, а хай Харків ще з Загорецькою побатляться. Це рішення всіх. Це рішення всіх. Це рішення всіх. 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 Чайка проходить далі. Дмитрий Шуров сьогодні був у музикальному батлі. Спасибо. Уважаемые команды, будет вопрос из зала. Два вопроса из зала. И оцениваете вы, уважаемые члены жюри. Договорились? Два вопроса. Ребята, вопрос из зала. Пожалуйста. Мой муж хорош в постели, но я это слышу от своих подруг. Что мне делать? Пожалуйста, повторите вопрос. Тату, заспокойся. Повторять вопрос? Нет. Отлично, пожалуйста. Мой муж хорош в постели, но я это слышу от своих подруг. Что мне делать? Вот кобель. Будет еще? Я так понимаю, будет? Нет? Хотите? Есть, пожалуйста, повторите вопрос. Мой муж хорош в постели, но я это слышу от своих подруг. Что мне делать? Просто вы не умеете слушать. Спасибо. Спасибо, ребята. Еще один вопрос. Пожалуйста. Я не могу прокормить свою жену. Что мне делать? Я не могу прокормить свою жену. Что мне делать? Прокорми свою собаку. Повторите, пожалуйста.
Повторите вопрос. Я не могу прокормить свою жену, что мне делать? Так вот про кого предыдущая девушка говорила. Спасибо большое. Аплодисменты командам. Алексей. Загорецкая Людмила Степановна. Антон. Я все-таки, позвольте, поставлю свою оценку из-за вопроса и за музыку. Я хочу Харьков поддержать, чтобы было... Спасибо, один балл харьковчанам, один Загорецкая, пожалуйста. Львов. Два Загорецка, один Харьков, пожалуйста, Лена. Действительно, так сложно не было еще никогда. Я думаю, не только командам, нам тоже, я тоже поддержу Харьков. 2-2. Оля. Загорецка! Дорогие друзья, мы поздравляем все команды, которые прошли в следующий этап. Ваши аплодисменты, все команды. И отдельные аплодисменты потрясающей команде, которая 3 сезона сражалась в Лиге смеха. Любимый город Харьков. Ваши аплодисменты. Спасибо вам, ребята. А с вами, уважаемые зрители, мы встретимся ровно через неделю на второй игре 2-го этапа 3-го чемпионата Украины по юмору. Пока-пока. Спасибо.